На представительном теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае сегодня определились все полуфиналисты. Сенсации в 1/4 не произошло. Рафаэль Надаль буквально переехал швейцарца Стена Вавринку 6-2, 6-1. Матч продолжался всего 1 час и 3 минуты. Завтра в полуфинале испанцу предстоит встреча с Джо Вилфредом Цонга. Тот, в свою очередь, в 3 сетах выбил из турнира южноафриканца Кевина Андерсона. Вторую полуфинальную пару составили серб Новак Джокович и Энди Маррей, обыгравшие, соответственно, Бернарда Томича и Томаша Бердыха.